школу по абонементу. В Петроградском районе решено победителей школьных олимпиад, конкурсов и конференций воспитывать по особой программе. Все участники проекта учатся в средней школе с 5 по 7 классы. Чтобы обучить их технологии личностного роста, специалисты придумали программу «Работа на учебный год». Одна ее часть заключается в том, что все участники проекта могут посещать все образовательные учреждения в районе по специальному абонементу. Каждая школа специализируется на чем-то своем. Например, у нас вот 77-я школа, химическая школа, она проводит очень интересную конференцию «Балтийский регион» вчера, сегодня, завтра. Гимназия 85-я проводит очень интересные квесты. Первая стажировка «Умник» и умниц началась в Академии талантов. Попробовали мы поиграть на некоторых инструментах, которые там были. Нам всем очень понравилось. Сейчас пройдем на интеллектуальную станцию. Отметок за посещение других школ интеллектуально одаренные дети получать не будут. И вообще посещение занятий свободное. Обязательный урок будут давать раз в месяц. Запланировано, что на нем рассекретят ключи для решения олимпиадных и творческих заданий. А развивать интеллект планируют игрой «Что, где, когда». За грамотное проведение этой части образовательного проекта будет отвечать его куратор Александр Друзь, шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова».